Чувашское региональное отделение ЛДПР выдвинуло Владимира Жириновского в списке кандидатов в депутаты Государственного совета Чувашской республики. Председатель Либерально-демократической партии России стоит первым в списке и является гарантом того, что каждый из кандидатов партии, который стоит за ним, прошел тщательный отбор. Либерально-демократическую партию страны Владимир Жириновский возглавляет с 1990 года. Он неоднократно выдвигался кандидатом на должность президента России. Владимир Вольфович считает, что для того, чтобы стоять во главе партии, цитирую, «нужно иметь огромный интеллект, мужество, силу, смелость». Конец цитаты. Однопартийцы из Чувашии его уважают и считают безоговорочным лидером. Это гарантия того, что среди кандидатов нет ни одного судимого, нет ни одного зависимого от крупного бизнеса, нет ни одного перебежчика или ни одного бывшего чиновника. Только такие списки в регионах возглавляет Владимир Вольфович Жириновский. И Чувашская республика с таким честным, чистым списком вошла в этот перечень. Поэтому Владимир Вольфович Жириновский первый в нашем списке, и мы вот при такой его прямой поддержке идем на эти выборы.